в туалет тоже можно снимать. Еще у меня лицо просветлело. Больше нельзя в туалет сходить, что ли? Не такой физуральный какой-то. А Мишка не ходит в туалет. Да, нехорошо, я держу. Пользуясь случаем, хотелось бы передать привет родным и близким в городе, вот этот, который сюда упомянул Леонид, вот, я не очень воспринимаю невестки воззвания. История великая штука. Я прихожу стихи. Кофе, сигарета, солнце, Флоренция, чай, бутерброд, непогода, Нижний. Вот. Все, стихотворение. Он вот сказал, что Майлз Дэвис это лучше. Это правда. Там Zion All Weather Report это лучше. Это тоже правда. Маклафлин это там лучше. Это тоже правда. Но это не значит, что все остальные не существуют. Понимаешь? И не значит, что ко всем остальным надо относиться с пренебрежением. Понимаешь? Например, там говорить там, не знаю, там, Сэмпл отличный композитор и аккомпаниатор, но играть на рояле он не умеет. Возможно, это и правда. Но... Правда, для очень узкого круга людей, понимаешь? И просто я очень-очень люблю, когда вещи называют собственными именами. Вот есть, например, Что-то мы так тут засерьезнее, Лёнь. Ну что? Просто есть вещи, например, вот мне говорят, ты кого любишь? Ну я, например, ну я не знаю, там, Херби Хэнкок. А мне говорят, а я люблю Филиппа Киркорова. У тебя свой вкус, а у меня свой вкус. Это неправда. А объясню тебе почему. Потому что, когда мы говорим о вкусе, надо называть достойные вещи, понимаешь? А если говорить о Филиппе Киркорове, он очень опосредованный по отношению к музыке имеет. И это в данном случае без вкуса. Сейчас тебе два примера приведу. Есть литература, там высокая, там Чехов, Антон Павлович, там Куприн, там Александр Иванович, я не знаю, там Иван Алексеевич Бунин, в смысле, и так далее, и тому подобное. А есть экспресс-газета, например, да, которая к литературе имеет никакого отношения. Ну, в принципе, как Киркоров к музыке, примерно то же самое, вот. И говорить о том, что «Экспресс-газета» — это литература, и ты говоришь, ты любишь что? Я люблю Антона Павловича Чехова, а я люблю «Экспресс-газету». У тебя свой вкус, а у меня свой. Это безвкусица в данном случае. И в том, и в другом случае это безвкусица. И это как бы не постулаты, не потому что я вот там сейчас задираю одеял на себя, и вот там занимаюсь фанаберией, и я вот такой главный, а все остальные кругом мудаки. Нет, совсем не так. Ну, это просто назовите вещи своими именами, любите, что хотите, понимаешь? Просто здесь очень-очень-очень простая тенденция. Она настолько проста, что проще некуда. Если одному человеку это нравится, это имеет право на существование. Вот, например, Якубович вдруг неожиданно запел, да? Ну, я к примеру говорю. Он, конечно, если он запоет, то все собаки сдохнут, в смысле. Но тем не менее, вот. Запил. Да. Вот вдруг, если бы он запел, например, да, а вот тебе конкретно, Леонид Штейн, это категорическим образом нравится. Значит, Якубович имеет право на существование как певец. Но это не значит, что он музыкант, не значит, что он певец, и не значит, что у Лёни хороший вкус, понимаешь? Назовите вещи своими именами. Запивало. Да, у меня есть друг Якубович, поэтому хреново, но я его люблю, в смысле. И мне нравится, как он поет. В стихах. Есть плохие стихи, есть хорошие. А есть стихи. А есть просто стихи. Ты почитай то, что есть очень великие люди, которые по этому поводу внесут всякое разное объяснение, разъяснение и понимание того, что происходит. Ну, чушь редко. Я говорю сейчас о тех людях, которые чувства несут. Вот, например, я тебя отправляю к мемуарам, не к мемуарам, вернее, прошу прощения, а к лекциям по русской литературе господина Набокова, например. Вот. И я тебя отправляю, например, к встрече. Есть книжка «Соломон Волк. Встреча с Бродским». Вот он очень много говорит о поэзии. Но он говорит экспертным мнением. Человек, который в поэзии знает все и умеет все. Умел, вернее, потому что, к сожалению, вкуса уже его нет на свете. К ним надо прислушаться, им надо почитать. И надо отдать им должность, что говорят они в 90 случаях из 100 смысла абсолютно правы. Хотя она абсолютно не существует. Но в данном случае да. Слушайте, пойдемте куда-нибудь. Чего мы тут приехали в саду посидеть, что ли? Чего сказал Якубович? Давай. Напился, веди себя прилично. Не, у нас серьезный разговор. Нормальные люди разговаривают. Что ты тут за своей чепухой? Я сказал, что есть поэтапное развитие. Вот. И для того, чтобы развиваться, ну, хорошо, чтобы ты понял меня, в смысле. Если, допустим, в седьмом классе... Мы пойдем куда-нибудь. Да, пойдем. В седьмом классе, если... Алик, мы пойдем туда, куда ты хочешь. Вот. Лёня потом расскажет, куда ты хочешь сходить. Вот.
Расскажи им, Лёня, куда хочет сходить Якубович. Пусть все знают, вот, куда хочет Якубович поезд сходить. Вот. Я тебе просто хочу тебе сказать, если тебе в 7 классе начнут изучать с тобой Льва Николаевича Толстого, это пустая затея, ты все равно ничего не поймешь. Поэтому для каждого возраста и для каждого этапа в жизни нужно... Ты понимаешь, вот мы вот с Якубовичем сидели на Германе-младшем, на Алексея Германе-младшем на творческой встрече. Огромный умница. Разговаривает как ученый муж, а ему 34 года. Меня это подивило настолько, в смысле, я думал, 32 ли, Алекс, сколько ему лет? 34, да. Но это генетически, у него третье поколение как минимум, а может быть и десятое, я знать не знаю. Потому что дедушка у него был Юрий Герман, а папа у него был Алексей Герман, в смысле. Вернее, не был, а есть, вот. И поэтому он говорит, если не увлекаться сложным и непонятным, то ты развиваться не будешь. Обязательно это надо сделать. Конечно, можно всю жизнь читать, там, не знаю, Каштанку, в смысле, Антон Павлович Чехов, в смысле, умиляться собственным умом, вкусом и развитостью. Но это неправильно. Надо все время, в смысле, через себя перешагивать. 18 октября 2011 года. Хомбург. Бад Хомбург, да? Бад Хомбург. Перестаньте, Лёня, не суфлируйте. Перестаньте. Стихи читает автор Александр Геннадьевич Якубович. Иногда заходили так далеко и так нежно, что сломанные ножки диван-кровати заменялись томиками Пушкина. Может, поэтому мы не спали ночами? Может, поэтому я стал поэтом? Опять пробат. Как мы были молоды и хорошо не воспитаны. Как прекрасно врали на чужих кухнях, запивая горячие губы дешевым вином. Как не спали ночи напролет. Миш, ты мне мешаешь. Я ведь стихи читаю, в отличие от тебя. А ты только рассказываешь. Я все забыл. Как мы были молоды. И хорошо, не воспитаны. Как прекрасно врали на чужих кухнях, запивая дешевые горячие губы дешевым вином. Как не спали ночи напролет, боясь пропустить то чудное мгновение, которое никогда больше не повторится. А оно повторялось снова и сновами. И нас не пугало высокое напряжение и моральный кодекс советского человека. Потому что это был наш адреналин на весь вечер, на все деньги, на всю жизнь. Еще одно. Надо подумать. Если мечты не сбываются, значит, это мечты. Открыл книгу по фэншую и понял, что проспал жизнь головой не туда. Ну, а потом еще шампанское с утра, еще вспомнишь. Не читайте меня. Читайте меня. Читайте поэта, автора Якубовича. Пожалуйста. Курить и целоваться. Это я подглядываю на него. Да. И в подъездах, расписанных блатными поэтами, мы учились пить портвейн, играть на гитаре, курить и целоваться. И от наших Hey Jude, Let It Be и Oh Darling не могли заснуть звезды, соседи и мартовские коты. И кто тогда мог подумать, что наше будущее будет завидовать нашему прошлому, потому что оно и было настоящим. Труду! 20 лет нужно. Это ностальгия по молодости, вот и все. По сумасшествию. Сейчас такого уже не совершишь. Сейчас вот Якубович стихи пишет. Ностальгирует. Для вас. Сегодня последний раз проездка в Гомбурге. Как называется тебя город? Проезд вот в этом городе, который сказал Якубович. Заезжий поэт Якубович читает свои вирши. Пожалуйста! Вот про Исландию. И чувство страха переходит в чувство полета. И ты понимаешь, что если Бог когда-нибудь вернется на землю, то только сюда, где грустные камни о чем-то молчат в лунном свете, когда ветер поет колыбельную для вулкана.
Не кубаешь ты кибы. Слушай, а у меня голос станет противный, да, на камеру? Да. У тебя и так противный. Миша, это тебе напишут. У меня прекрасный голос. Ну вот на камеру, наверное, больше нет пока стихов. Больше стихов нет. Черновик, черновики и все. Ошибки. Колокольчики тишины. Ну что, пойдемте, а то замерзну. Это же черновики, вот я их ввожу, эту тетрадку, она тоненькая, куда-то еду и вожу. А тройку больше оказался не в состоянии. Отстань, Лёнь, оператор, отстаньте от меня. Давай я тебя сниму, Лёнь. Нет. Как, что значит нет? Все, я очень рад, что вы приехали ко мне. Бутербродик. А как оформлено, это поэтично? Да. Это да. Нам на банке с Монпасье красиво смотрится. Все, путешествие продолжается. Пьяные и счастливые возвращались они с охоты. Все, счастливого пути. Спасибо.